тебе мужеский дубёжки, аллилуйя. Ну, позвонишь мне, да? Нет, я тебя просто без чата расходимся. Ладно, давайте серьезно. Да, Настя, это почти что серьезно. Настя, как раз попробуем тактику по защите. У нас специально тактика есть? Попробуем тактику залетать. Да, да, сночим по лодку сначала. Сейчас будет. Поставил. Давайте в центр по лодку к концу. Быстрый рыбак. Сейчас дамажим, но полоску до конца не добиваем. Оставляем чуть-чуть, ждем баррикад. Я не дамажу. Он имел в виду Настя, он оговорился, ага. Нет, у нас дамага-то хватит, баррикады будут через минуту. На БДНе-то он чуть помедленнее будет идти. Если ребята не будут бояться. Нет, не знаю, что тут заложили, ходили мне так, на что-то еще сел. Так. Я ничего не делаю, это все пушки утки. Как Фредо. Я ничего не трогаю. Перу живая. Идем, а, мы идем баррикад точно дальше. И после баррикад даже защиту Альфреда. Сейчас смотрим, ждем его атаки. Прыжка. Какой? Двойной и удар. Потом? Потом дамаг. Он же подыхает в основном с этой атаки. Да. А, окей. Я могу сейчас дамажить или у меня? Да, можешь поставить. Пошло дело. Ну, он теперь дамаг. Как-то она получается. Самое интересное, я ходил с ней с Джагой сюда. Я как вербу на ней. Лёд, через просто. Снега, цвет, лёд. Баррикады, в центр. Вовремя, мы к центру пришли. Так, похоже, кидаешь. Аллилуйя. На и сколько там отката? Ясно. Всего. Да, защита Альфреда хотел спросить. Как она? Дождитесь, но следите за атакой. Потом бустим. Ох, меня задело. И никто не прыгнул. А я прыгнул, смотри. Задело, я просто слышу близко. Ладно, не видно. Давай сейчас дашь попасть, да? Сейчас. Не, нечем, мне никак. Зайди за спину. Инвуйся! Ничего, инвуйся, но не бьет, не знаю.
А с чего 2010 снял? Я с ничего не получил. То есть нет, почему не это? Есть уже. 3 секунды ХШ. Поставил баррикады в центр. Девять секунд он хил. Аллилуйя, 4-3-2-1. Да, нормально. О! Да, у меня молчанка. Так, мы с Настей недееспособны. Молчанка? Да, у меня молчанка. Он сойдет. Это мне. Давай, Настя. И никто не умер, правильно понял? Да, никто не умер. Это фантазия. Отлично. Молодец, киндер. Аллилуйя, вот зачем ты ее поставил? Это все. Я уже сам жалею. Вот такая эпичная музыка играет на этапе, а ты с своим мужеским дождем. Сам виноват. Это карма. Отдай вечно. Это карма. Дождь. Аллилуйя. Что? Да, я палю. Что такое? Чего там? Не знаю. Если видос, как в Олесе играет Виген Фитейшн, и Настя там иногда про мужеский дождь орёт. Ого! Вася, ты обканул, да? Окей. Вася свернулся, Вася отошёл. Вася, развернись. Вася, приди. Да я здесь, тут надо было просто... Я микрофон выключил, надо было брату включил, объяснить. Ну окей. Ты можешь просто сделать переключение на кнопочку и все. Не так удобнее. Если не сделать переключение на кнопочку, то во время больше могу включить. Сейчас у меня клавиатура громкая. Барабан, ты Берлин! Аллилуйя, ты еще живой, хей-хей, но недолго. Кстати говоря, он же тут снимает подвесика такое, но на приватке, например, он мне просто дохренище снимал. Видимо, тут у него ПП тоже зависит от вашего ПП. То есть тут мне вот он с Васей ходили и снял он мне... Вообще мало. 400, ну даже меньше, там убивайте. 1 или 2. А? Лайдер. Лайдер, бивать. Ну, короче, чуть-чуть снял, как бы по 200, там, 1 или 2 типа было. Дамажим. У меня мобы двигают. Хрен, я совсем. Стою, делаю, а они меня двигают. Да погоди, еще рано. Я забуду то время, как он заповедил. Я даже забыл, так что ну что там. Так вообще, блин, тут Unreal забить, то вот это... Почему? На 8 флаг нормально вполне. Дамажим барьер. Вспомнила, ты помнишь, мы сейчас с тобой мем выходили вдвоем, и там вот этот вот сраный кусочек, это пипулечка.
Огрия, когда он начал делать опять баррикады. Да! Капец, вообще несправедливая несправедливость. Вот там вот, там вообще даже не было видно, сколько осталось, и он начал делать баррикады. Дамажим батве. И твою ж мать. Что такое? О, не слетел. Ты вовремя. Хорошо, сейчас он потом. Так, ну, у меня что там было? 12, по-моему, да? Или 6? То есть 12. Значит, у меня 12 было. Ну, не жалеет. Тогда у Леся 3, у меня 12, Вася 6. И мне 9. Только запомните, что такое расположение только на мемории. На драконе, если когда мы дойдем до третьего этапа. Я не думаю, что даже той же Вики будет проще, если у нее будет там на 2 часа. Что за хрень? Я могу всего один кружок сделать. У меня откат 9 секунд. У тебя кружок 9 секунд со старта? Да. Другой это кружок. Так, это так порезали этих, что ли? Да. Инжей. А то мы им бы нельзя только с 9 секунд. Ну давай так. Ясно, мы, значит, разработчики такие сейчас сидят. Угу. Значит, у нас есть класс имбы, есть слишком слабые классы. Класса мы дали немного усилений, так что они должны как-то жить спокойно. Теперь надо порезать им. Ассасина, инжи. Так, давайте инжам дадим прыжок КД 9 секунд, а ассасинам увеличим ХП, увеличим защиту, увеличим атаку. Но сделаем уменьшение МП от медитации. Топ. Вообще ассасинам надо бэфом хилку 45-й мир. И да, будет да, чересчур. Не, ну постоянно. Надо не уменьшить дилэпом. Чего говорить? Надо не долго грузишься, надо не лэпом уменьшить, а сам там побольше сделать. Но что-то как-то разработчики не в ту степь пошли. Да не, смотри. Именно когда не было ассасинов, проходили же нормально. И сейчас-то мы без того же ассасина проходим. Тот же АО. С одной хилкой, только подмога от пики. Им надо именно ту хилку нерфить. Она и хилит больше, чем релик. В нынешний момент. Не, посмотрите, и скорость у неё намного лучше. Чистый хил, вот именно просто количество от хил. Лэп раза в 3, наверное, больше отхиливают, чем Сайенты. Но после Сайентов бафов приходит много. Ну смотри. И, Вась, смотри, что получается. Чтобы мне догнать 45-ю хилку Лэпа, мне нужно поставить релик, пробафать вас на увеличение отхила и пробафать реликвию. И при этом учитывая время тиков. И силы, которые действуют вообще на все поле, и мгновенно. За 3-5 секунд полный хил. Ты такой хардкорный хил. Все, пошли, короче, помирай. Ну, все свои места помнят. Да. Олеся, ты 3, ты 9, я 12, и Вася 6. Все, давайте серьезно теперь. Постараемся без смертей. Да, он будет несерьезно. Топоры. Ай, дай секунд. О, хорошо.
Длиннейшая палка. Чудо стоит, можно немного подамажить. Длиннейшая палка, а мне показалось, длиннейшая палка. Я сразу слышал палка. Думаю, что... Типа... сказать где релик стоит, можно подамажить. Полоска к концу подходит, готовься бежать вместе. Ой, нет. А есть падла, сбил. Поставилась. Я там чуть немножко. 38 секунд. В центр. Ребят, выживайте. 27 секунд еще. Я вас погублю сегодня. Ты нас не сообщилась? Вот сейчас я встану и схилю. Блин. Ну ты же стоял тут, да. Быки. По моей вине хил сбит. Топоры. Чудо стоит. Я куда убежал? Тебе же дорога птиц. Кто он от меня убежал, то что он поменялся. Я не помню, что его. Конечно, ты мог их пробить. Пушки. Фьюр стоит, сейчас все центр. Топоры. Да не выборочно. Полоска к концу подходит. Вы приготовьтесь держать на места. Я говорю, подходит. По местам. Хил стал, да. Центр. Дамажим, пока есть возможность. Центр. Нет, все сдохну. Не дожал у меня кнопочек. Топоры, да? Там. Лучше отойдите. Тут полоска. Полоска к концу подходит. Готовьтесь по местам. В сторону. Пора. По местам. Да, он запарал.
Мы можем пока возможности используем один. Чао. Центр. Он издевается? О, давай. А, ну, давай смерть за все время. Да там вообще закомбинил жестко. Так я молодец, конечно. Ой, сука, тебе атаки, прям бы по атаку. Да. Я хочу вас обрадовать, я немного. Немного тактику придумал на последней полосе. Суки совсем отменили. Не задание культура. Спасибо. Я нас выполнил еще просто тюрок.